Это один из пунктов соглашения, которое на Международном инвестиционном форуме в Сочи подписал губернатор края Александр Ткачев и президент-председатель правления Банка Москвы Михаил Кузовлев. Основная цель договора – развитие инвестиционного кредитования в регионе. В том числе рассматривается возможность выдавать кредиты товариществам собственников жилья. Подготовили ряд продуктов. Это кредитование подрядчиков регионального оператора и кредит ТСЖ. И нам кажется, что могли бы их предложить в крае, они были бы достаточно удобны, потому что дают возможность тем ТСЖ, которые хотят осуществить ремонты в более короткие сроки или же сделать те новации в своей инфраструктуре, которые не предусмотрены законом, это сделать достаточно быстрые сроки за счет банковского кредита. Будем строго следить за обязательствами и, более того, развивать наше сотрудничество. Как раз по вашему профилю, то, о чем мы говорили. Также Александр Ткачев с президентом Банка Москвы обсудили создание в крае Центра поддержки контрактной системы площадки, которая упростит доступ к государственным заказам малого и среднего бизнеса. Еще одно соглашение губернатор Краснодарского края подписал с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. В нем предусматривается взаимодействие в сфере промышленной политики и торговой деятельности. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.